Рубака, Кизикен. Все, ну куст тоже осень пришла. Здесь ну куст желтый. Ну, октябрь месяц, конечно, уже конец октября, считай. И такое солнце, и так жарко. Ну, ветер холодный. Какая стала гостиница. Интересная стала. Новая, обновленная. Сколько помню, столько и стоит эта гостиница Ташкент. Каждый день на работу в Зеленстрой ходила через эту гостиницу. Я вот с той стороны работала чуть дальше в Зеленстрое. Год в теплице, пока в Киев не уехал. Thank you.
Где-то, говорит, Максом один. Студентский дом написан. Вот здесь спортивный комплекс. Вот, вот, вот. Ага. Университетский спортивный. Вот президентская школа. Спортивный комплекс. А вот это президентская школа, школа, вот, да, это такая низенькая, да? Президентская школа, это кто здесь? Отличники они учатся, да? Да, 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 вот. Ага, ой. Ясно. После 5 или 6 класса тестом будет. Тест абстракт, да? Ага, тест. Тест будет сдавать, да. Кто проходит президентскую школу. Ага. Первый тест, второй тест будет. И проходит. Кто набирает баллы, больше, тот... баллов, да. Да, да. Тот сюда переходит учиться, да? Да, да. Короче, самый умный здесь учится. Ну, самые знатоки, как называть. Да. Одаренные. Одаренные, да. Экономфак вот это. Экономический факультет. Да. А вот это с правой стороны, это какой? Это 23-й микрорайон, 23-й. Вот большой. Да. А там 25-й, да? Вот это 25-й. А-а-а. Максом один мне решил еще прогулку, экскурсию устроить. 23-й микрорайон. Ага, вот 23-й микрорайон. Раньше 23-й микрорайон самый современный был, а сейчас... Вот подъехал как раз Бекмурат. Да, вот приятно, когда родственники провожают. Да. И несменный мой гид. И несменный мой спутник вот сейчас в Нукусе. Несменный экскурсовод у нас. В Нукусе это Максом один. Везет мой чемоданчик. И все, мы вот подходим ближе к вокзалу уже. Сейчас покажу вам. Вокзал. Все. Нукус пока. А буду уже скоро в Ташкенте. Красиво как, да? Солнце. Нина должна приехать тоже. Не знаю, на вокзале, может, с ней встретимся. Она уже там внутри, наверное. Думаешь? Она всегда опаздывает. А вам? Хотя бы здесь. Не пусть, а только вот здесь вот попрощаемся уже. И все. Это нет билетов. Да. Да нет, я лучше пораньше пойду и буду сидеть. Да. Я люблю пораньше, чтобы потом не бежать. Ох, вах ты. Сейчас сюда положу и все. Вот, кстати. Максом один остался. Все, пока-пока. Одному человеку только разрешили со мной идти. Провожать. Ну, куски. Вокзал. Смотрите. Цветочки. Петунии до сих пор цветут, смотрите. Какие узоры, да? Все, пока, Нукус. До скорых встреч. Рахмет, Рахмет, всем пока.